Сегодня в 5 часов 10 минут на десятки километров от дороги Лиски-Залужный-Колыбелка-Пухово неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода 1982 года рождения, который скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Неустановленный водитель скрылся с места ДТП. На данный момент проводятся разные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.